Алгоритм выхода бизнеса из локдауна обсудили сегодня представители наиболее пострадавших отраслей экономики и правительства. Отмечу, что Национальная палата предпринимателей Атамекен совместно с ассоциациями на протяжении 3 недель прорабатывала вопрос возобновления деятельности с учетом предыдущих ошибок. Участники сегодняшней онлайн-конференции разделяли бизнес-отрасли на подгруппы и каждому виду деятельности прописывали индивидуальные санитарные требования. Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов выразил полную готовность поддержать отечественный бизнес, проверить готовность объектов и дать разрешение. К слову, во встрече также принимала участие главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова, но она от каких-либо заявлений воздержалась. Бизнес понимает, что, наверное, теперь уже как-то ответственно надо вести, и с этого уже карантина, мы уже один раз на грабли наступили, здесь можно долго об этом говорить, причины впервые такое во всем мире происходит. За что бизнес должен исчерпывающе отвечать, за что он несет ответственность, что он должен контролировать для того, чтобы добросовестно продолжать на рынке работать. Потому что вы тоже возглавляете МВК по занятости, тоже хорошо знаете, что проблема карантина потом выходит уже другой проблемой в экономике.